One, two, three, four. С тех пор прошло более полувека. Группа «Битлз» давно распалась. В живых остались лишь двое из легендарной ливерпульской четверки. Но их песни до сих пор популярны, а вместе с музыкой живут и слухи о смерти Пола Маккартни. Эта невероятная теория постоянно подогревается прессой. Например, в 2016-м в сети появились фальшивые интервью барабанщика группы Ринго Стара, где он якобы подтвердил слухи о смерти своего коллеги и друга. Но кроме, очевидно, фейковых доказательств, нашлось множество более убедительных фактов. Доказательством этой безумной теории конспирологи называют пластинки «Битлз», вернее, обложки альбомов, к примеру, вот этого альбома «Эбби Роуд». Логика примерно такая. Переходящие улицу Битлы изображают похоронную процессию. Первый – Джон Леннон в белом костюме, священник. Второй – Ринго Стар в черном костюме, официальном – представитель похоронного бюро. Далее идет сам Пол Маккартни босиком, не в ногу с остальными и с закрытыми глазами. Ну, явно покойник. Замыкает процессию Джордж Харрисон в джинсах. Кто это? Ну, очевидно, могильщик.